По статистике, на 1 липня 2016 года у Могилевской области зарегистрировано 47 долгожихаров. Про это нашим корреспондентам поведомили в областном комитете по праце, занятости и социальной обороне. Сирот тех, кто отсвятковал сотый день рождения, 43 женщины и 4 мужчины. Большая частка долгожихаров, а это 18 человек, жихары областного центра. Еще 6 жихары Бабруйска. Остальные 25 проживают в разных районах Могилевщины. Самая старая наша земляшка Мария Ивановна Шалькевич, жихарка Осиповецкого района, сёлета отсвятковала 108 день рождения. Еще 3 жихарам Могилевщины сёлета вспомнился по 106 год. У комитете по праце, занятости и социальной обороне означает, сколько жихаров у Могилевской области на протягу опошних годов складая прикладно 50 человек.